Партитура этого сочинения представляет собой просто аннотацию, где он предлагает зрителю, не зрителю, а исполнителям, да, инициаторам исполнения, собрать 100 метрономов и одновременно их запустить. Да, и вот среди этого стрекота, который должен возникнуть, постепенно метрономы механические, как сказать, завод их заканчивается, иссякает, и в конце концов остается один единственный метроном, звук которого становится просто оглушающим в какой-то момент. Что характерно, Лигети завещал исполнить это сочинение на собственных похоронах. Так, в общем, он решил задачу как бы от забавного, постепенно переходя в совсем иную, очень глубокую философскую плоскость размышлений вообще о бытии.